Привет, народ! Сегодня у нас коп. Мы выбрались вдоль реки Уфы. Тут старые поселения были. Ну, как говорят карты, ну, не знаю. На улице жара была с утра до вечера, где-то градусов 42 в тени. Сейчас спало, сейчас уже градусов 35-30. Но ничего, вот ходили, и тут первый более-менее путный сигнал. Ну, не знаю. Посмотрим, что тут. Пробка, либо фольга. Копаем онлайн. Эти мотобайкеры уже надоели. Вот. Сейчас копанем. Скорее всего, пробочка. Либо фольга от сигарет. У меня такое ощущение. Вот. Громко разговаривать никак не могу. Ну, цепляюсь, я еще пин запутался среди сухой травы. Вот так вот. Что-то здесь. Нет. Копаем, ищем. Слепнет жруть. Панику включай. Ну вот, понятно. Вот и находочка. Хороший сигнал. Жалко, пустая. Проверяем. Может, в банке было заложено. Да ничего нету. Закопаем обратно ямку. Вот так. Ищем следующий сигнал. Фу. Что-то эти сообщения приходят. О, ребят. Сигнал был 54. Хороший. Пришлось выкопать такую яму. Для сравнения, смотрите. Ну, на полтора штука вид. Может, у меня лопата вон какая. И только здесь я его. Засек. Чего интересно на такой глубине закопано? Что-то замыло. Песок идет речной. Сейчас откопаю, покажу. Это все онлайн будет. Слышите, как копаю, как лопата бьется. Вон он, где-то здесь. Мы близко в цели. А так, смотрите, на букашек. Какую яму вырвал. Жарко. Че ты здесь? Руками. Песок осыпается, а лопатой брать невозможно. А вдруг монета царская?
Хотя по сигналу непонятно, на крест похоже. Ну ладно, поставлю на паузу, буду копать. О, ну что, отрыл этот сигнал. И вот она, цветнина наша. На такой, бляха-муха, глубине. Сантиметров, наверное, 40 лежала. Закопаю сейчас и пускай следующие мучаются, откапывают ее. Ну вот, я что-то покопал минут 40-50, невозможно копать. Ой, видите, весь вспотел, весь мок душит. Может, гроза будет. Ох. Ну что, из находок? Ни хрена, кроме фольги, болтиков таких, шлаёвочек. Да и шмурлика такого. Захламлённый берег реки. Присутствие человека очень много, но современного. Нету ни царей, никого таких. Может, где-то там в глуби леса. Но потом это уже можно вот сейчас, если получится, переключить. Камеру нет. Но это потом я сделаю, покажу. Вот. Я говорю, где этот лес старинный стоит. Вот здесь было поселение. Вдоль походил, туда сунулся, одни пробки, шмурдяк. Короче, засрали все. Отдыхающие. Вот. Вот так вот. Маленькое, но короткое видео. Рад был встречи. Ребята, всем удачного, как говорится, дня. Всем удачного выхода под катуху. Может, и кладуху. Ну, мы поедем домой смотреть свою, как говорится, маленькую, но скотинку. А завтра еще выйдем покопать. А может, покупаться на подводную охоту. Жара стоит. Техника не выдерживает. Все греется. О. Ладно, всем пока. Пока. Если хотите увидеть меня на стримах, пишите, будем делать стримы. Сейчас в деревне у меня есть интернет, я провел туда. Так что будем стримить, смотреть на живчиками, как говорится, животными моими. Всем, как говорится, до скорых встреч. Лайк, подписка. Приветствуется. Елочка наряженная уже. Вот интересно, первый раз такого встречаю, сколько по лесу хожу, что были такие вот шишечки. А может, паразиты какие-то. Они так, такое ощущение, как будто светятся. Шишки. Да? Угу. Смолой, ты имеешь в виду? Да, это шишки и вправду белые. Нормально, вкусно.